Может быть, какие-то вопросы у вас возникли? В каком году вы вступили в Союз писателей? Ну вот первая книга вышла в 2003, а приняли меня в 2006. То есть это такая процедура очень серьезная. Ну, у них есть специальные, у нас есть специальные требования. То есть нужно, чтобы вышло две книги, чтобы было много публикаций в специализированных литературных журналах, вот таких, как там «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», вот, ну и региональные и так далее. Вот. И нужно несколько рекомендаций вот, от других членов Союза писателей. То есть это такая не короткая процедура. Так предполагается, что если человек прошел этот отсев, значит какая-то у него профессиональная подготовка уже серьезная. Вот. Членство в Союзе писателей сейчас это такое, ну больше для самоуспокоения, что ли, звание. Это вот раньше были социальные блага, там полагалась отдельная жилплощадь, была там заработная плата и так далее, вот, только за то, что ты член Союза писателей. Сейчас, конечно, это все совсем по-другому, то есть это гарантия гонорара, пусть и небольшого, за публикацию, и это право на ведение литературной студии. Вот, я вот, кстати, вот несколько лет уже задумываюсь всерьез о том, чтобы вот поработать с молодежью, чтобы какая-то возникла преемственность. И опять же, вот не все учителя в школе русского языка и литературы вот имеют время и силы вот для того, чтобы вести литературный кружок вот, для ребят, которым это интересно. Потому что хочется, чтобы люди, у которых эти способности есть, они их развивали как можно быстрее и эффективнее. Вот в наше время таких кружков в Академгородке не было. И мне кажется, это такое досадное упущение. Но зато мы активно занимались спортом. Вот так вот, наверное, сразу не скажешь, но вот команда, за которую я играл, она чемпион Новосибирска по футболу. Ну и также вот шахматы, тоже вот моя большая страсть. Вот, играю до сих пор в турнирах. То есть я к тому, что писатель это не тот, который сидит с утра до вечера там где-то в чулане или на чердаке или в подвале и что-то там терзает клавиатуру там или бумагу. Он такой же обычный человек, ему вот мне очень много интересного в жизни. Я люблю театр, ну не только потому, что по образованию актера, просто мне кажется, это очень интересная такая сфера искусства. Вот. Сейчас пишу рецензии на спектакли и творческие портреты режиссеров и актеров. Сам он служил в «Красном факеле», в театре Афанасия. Вот мои однокурсники работают в театре музыкальной комедии, в «Старом доме». Вы тоже служили в этих театрах? Ну да. Ну да. Играли на сцене, да? Ну да. Да, сказал он и горько заплакал. Да. Но это был очень интересный опыт. 10 лет я прослужил в Томском театре драмы. То есть нас по распределению увезли всех на север. Вот. Но а вот... у вас какое? Комик. Ну, вот, я играл сына барона Мюнхгаузена, там, Карабаса-Барабаса, Маленького принца и так далее. То есть такой, ну, довольно-таки большой репертуарный лист. Я вот еще раз хотел подчеркнуть, что это такой же труд, как у всех. То есть, единственное, что он круглосуточный. То есть, если тебя что-то мучает, там, тревожит, ты там горишь каким-то замыслом, то это можно писать месяц напролет. Вот реально. Вот я писал, у меня где-то около 10 пьес. Вот, пьеса требует вот такого погружения от и до. Пока ты не закончил ее, она тебя не отпускает. И я стараюсь вот выкраивать какое-то время, там уезжать на дачу или там на зимних каникулах, чтобы вот закончить произведение. Но это очень интересное состояние. Там те персонажи, они там с тобой разговаривают, между собой разговаривают, там ты пробуешь такой поворот, сякой, такой. Всем советую попробовать, вам понравится. А хотя бы одна пьеса поставлена на сцене? Ну, это отдельная история. Есть пьесы как литературный жанр. Ну, я начал с того, что рассылаю их по конкурсам современной драматургии. И вот больше половины из них вошла в шорт-листы. То есть это, ну, говорит о том, что какой-то вот не
значение имеют. А что касается вот постановок, это ставят режиссеры, над которыми командуют директора театров. И это очень такая специфическая ситуация, когда нужно продумать, сколько придет зрителей на эту пьесу, там, будет ли занято там, ведущий артист в ней и так далее. То есть это, этим надо заниматься отдельно. Но мы делали в 2010 году социокультурную акцию в арт-клубе «Никуда». Вот, мы ставили сами пьесу про войну Великую Отечественную, «Синявинские высоты». В них играли вот, артисты новосибирских театров, а потом мы устроили обсуждение, вот, интересно ли то, о чем хотел сказать автор вот в этом произведении. Там, если коротко, я написал эту историю на основе реальных событий, когда в Ленинградской области решили строить мусороперерабатывающий завод, ну, в местах боевой славы. И оказалось, что это, в общем-то, очень... Это событие, оно раскололо общество. То есть, одни ярко выступали за, другие ярко против. И вот, кто прав, кто виноват, вот автор оставлял вопрос открытым. Но сама по себе тема исторической памяти мне показалась очень интересной. И вообще, что касается вот драматургии, мне кажется, вот забытыми незаслуженно такие вот очень известные люди, как там Владимир Маяковский или Ермак. И я вот тоже написал пьесу, а про Ермака даже вот либретто мюзикла. Вот. Мне показалось вот влезть в их шкуру и узнать, что это вообще такое, вот та эпоха, те ценности. Вот это было очень интересно.